В начале встречи глава республики ознакомился с текущими делами в республике, остановился на злободневных вопросах. Что касается сезонных работ в целом, как подготовки к зиме, так и кормозаготовительной кампании, все идет с опережением прошлогодних показателей. Тем не менее, есть проблемные улусы. В Вилюйском улусе засушливая погода, в Абыйском и Среднеколымском районах зимние обильные осадки стали причиной отставания от намеченного плана по кормозаготовке. Тем не менее, проблемные вопросы должны быть решены до начала зимовки. Журналистов ведущих СМИ интересовали вопросы тарифов авиации и медицины. Представитель нашей телекомпании задал вопрос об очередях за лицензией на копытных, на что глава ответил, что поручил Министерству охраны отрегулировать этот вопрос и внедрить новый механизм, так называемую лотерейную систему. Есть несколько